Я всех приветствую, с вами Ирина. Настало время пообщаться о состоянии, которое происходит у человека, о его здоровье спустя несколько месяцев после холецистэктомии, удаления желчного пузыря. Для тех, кто не знает мою историю, расскажу, что 16 лет назад я узнала, что у меня есть камни в желчном пузыре. Очень долго думала. Думала я 16 лет. А сколько они до этого времени, как я об этом узнала, появились, об этом никто не знает. Было у меня 5 камней кораллового типа, колючие, которые ничем я не могла рассосать в течение этого длительного времени. И не удаляла их, потому что я общалась со многими людьми. Кто-то ходил с камнями и до 80 лет, и до сих пор с ними ходит. Кто-то удалял. У меня мама удалила желчный пузырь и говорила: «Ира, не вздумай», и она мучается всю жизнь. Я бы не пошла на операционный стол. За 16 лет у меня было всего 2 приступа, и то я не сидела на диете, ела все подряд. Ну, практически все подряд. И, в общем, в декабре месяце 23 года меня, как говорится, прихватило. Сначала заболел желудок, потом появилась боль вот здесь, вот в правом подреберье. Мне вызвали скорую, сделали укол, я легла в больницу и лежала там неделю. У меня делали капельницы, но боль не отступила. И отправили меня на МРТ узнать, есть ли камни в желчных протоках. Камней в желчных протоках не оказалось, так как были новогодние праздники. И я все это время терпела. Боль не отпускала меня ни утром, ни днем, ни вечером. И сохранялась она очень долго. Даже когда я лежала в больнице, мне кололи капельницы, эта боль все равно была. И мне все врачи в один голос говорили: вам показана операция, поэтому оперируйтесь и все. И 11 января мне удалили желчный пузырь. Сидела я на диете и до сих пор сижу на диете. Сегодня уже 21 мая, прошло уже более 4 месяцев, а боль вот здесь, она так и есть. Вот от желудка и немножко справа. Я делала холангиографию, МРТ, анализы у меня хорошие, и печень хорошая. Умеренный гастрит у меня был в декабре, сейчас все это вылечилось. УЗИ делала брюшной полости, также у меня хорошие анализы, печень однородной структуры. Были диффузные изменения в декабре, и сейчас это все выровнялось. Все у меня хорошо, и не могут найти причину боли. Какие только таблетки мне не выписывали. Мне выписывали урсосан, мне выписывали типа ножпы, тримедат выписывали, они не помогали. Потом выписывали бускопан, они не помогали от бускопана, вообще стал желудок болеть. Выписывали мне воду Ессентуки 17, начала пить вместе с бускопаном. У меня появились желудочные боли в эпигастральной области. Я перестала пить, купила, потом Ессентуки 4 стала пить. Ну, чуть-чуть отпустила, но вот эта боль, она все равно сохраняется. И до сих пор не могут установить причину этой боли, что же это такое. Уже отправляют меня снова на ФГДС, глотать эту лампочку и отщипывать кусочек, узнать на бактериях Helicobacter pylori и еще кучу разных анализов. Потому что анализы хорошие, а боль не отпускает. УЗИст говорит: может быть, это спина, надо к неврологу. Может быть, это легкие. Ну, легкие маловероятно, потому что дышать было бы больно. Я не пью и не курю, никогда не курила. В общем, пока выясняем. Напишите, кто уже удалял желчный пузырь, как вы себя чувствуете. Подписывайтесь на канал и давайте общаться.